можно скипнуть. 20, кстати, сцен всего из 60, то есть это только треть. Да, смотри, да, да, давай смотреть, смотрим. Убрай до краев наливает, мы все знаем. Да в смысле после второго доступно? И что, опять? О, боги, ладно, я понял. Сделаем вид, что там вообще нахуй все будет другое, и... Да. Это мудак. Это Джон Уик из Таиланда. И вот мы третий раз смотрим, как он дает пизделей мудакам. Непонятно, кто его сюда приветовал, привязал, и как он вообще кого-то убил. Я думаю, нет такого. Не, слушайте, давайте посмотрим, как звучит английский язык. Оно позволит мне поменять это? Оставим русский субтитр, чтобы было веселее. Если будет хуже, чем русская, то вернем. We've been tipped off that a man had been killed in your club. Мне уже не нравится, но ладно. Те же сцены хотя бы посмотрим на английской сейчас. Ну ладно, бля, трэш. Я не хочу. Давай позаботимся о теле теперь. Да, начало такое же. Он люберецкий гопник, он не из Таиланда. Видите, он сразу ботинки у него отжимает. Ясно, блядь, все. Ебать, она, кстати, протолкнулась нахуй. Brilliant. Стоп. The tip was correct. Please call the investigators. Yeah, they should bring more body bags. We'll be needing many, many more. Я такое чувствую. Вот тут те же люди озвучивали английскую речь. Сейчас, когда дед начнет пиздеть, мы точно узнаем, наверное. Your colleagues will scare my clients. They can come through the back door. Are there cameras here? The cameras are in the public area. There's no signal here. Что это, блядь, такое? Help her, please. Я, по-моему, please step back. I wouldn't touch him if I were you. You know, withholding evidence is still an offense, right? Well, if it's an offense, wouldn't it be better to wait for your team all together in my office? Am I right? If something goes wrong, you'll put all the blame on us. It doesn't make sense. Ну блин, что-то меньше кринжа в озвучке на самом деле. Dead and pose no threat. Yet the attacker didn't leave just yet. He stayed put to hang the body. I guess he drank too much. Maybe went all Rambo. Не, все, я это хочу слушать на русском. Такое ебанатство надо слушать. Серьезно. Нет, но Бионы бы с ним не справился. Как-то все очень сложно для случайного посетителя. Это сообщение. Это... И у него есть адресат.
Может, тоже себе такую прическу сделать, как у нее, а? Как вы думаете? Нападавший понимал, что вне зависимости от того, кто найдет тело, есть только один человек, которому сообщат все подробности. Вы это серьезно? Думаешь, если это мой клуб, то я тут всякую дичь должен воспринимать на свой счет? Дичь. Не хочу. Только то, после которой трупы остаются. Понял. Может, с такими намеками мне пора вызывать адвоката? Да, да, давно пора. Стоит. Да стоит, стоит. Но вы имеете право на его присутствие. Бля, какой ебало у нее, конечно. Выясняться. Поменьше кринжа бы сюда. Было бы прям. Где самое удобно его вешать, конечно. Что? Нахуя? Зачем он взял телефон, чтобы, блять, что? И он даже не убрал его обратно, блять, ему в карман въебаный. Так, это. Да, ёбовы. Все, тело оставили, съебываемся, нахуй. Да они их тут раз были, типа. Так, карта. Но там эти бомжи, блять, ремонтируют какое-то говно, поэтому карта сейчас нахуй пойдет скоро. Бля, музыка как, блять, я не знаю, на старых серваках КС-ки. Не подскажете, где туалет? Ухо говори. Где туалет, не подскажете? Туалет, смотри. Смотри, вон, видишь, ворота за розовым бассейном. Может, покажете? А? Может, покажете? Быстро, давай туда. Что за ебанатство? Какие, блядь, ворота? Что? Это что за говно? Ворота, блядь. Ворота видишь, нахуй? Чини генераторы и открывай. И беги. Что, блядь, это? Что мне? А, он кусок плинтуса открыл. Как он это сделал? Ему навстречу кто-то шел. Навстречу кто-то шел. Этот кто-то однозначно из персонала. Моя что, его убили куском его плинтуса? Не пропустила. Да твоя охрана без боя пропустила тёлку и вот этого чувака, улетев, сука, лицом, блядь, нахуй, в лампу. И пропустила, блядь, спокойно. Да, да, это камушек кинь, блядь, он отличается. Что ебать за отвлечение такое охуенное? Что? В чем приколы? Че, он увидит воду и такой, ой, блядь. Да, или че? В натуре. А в чем логика, говно дешевое, в смысле? Оно лежало на боку, открытое. Блять, что? Я не вижу логики в его словах. Стоять. Бля, ебать она на понтах, я не могу. Просто на, блядь. У нее яйца больше, чем нахуй, блядь, я не знаю. Как она до этого дошла вообще? Что ты там нюхаешь?
По запаху поняла, что это вода или что, блядь? Вода не имеет вкуса и запаха, это даже я знаю. Чё у тебя здесь за срач, а? Банально отвлекающий маневр. Чё у тебя здесь за срач? И пока охранник с ней возился, он спокойно прошел прямо за его спиной. Тупой, блядь, охранник. Охранник-то? Ну что он мудак. Здесь другого персонала полно. Обратите внимание на пол. Вы заметили, что он идеально вычищен? Даже у самых стен, в углах, везде сухо. Я очень сомневаюсь, что ваш уборщик так тщательно выполняет свою работу. Над ним кто-то... Кто, стоит? Блядь, это охранник нахуй сделал? А кого здесь боится, кроме вашей охраны? Давай, убирай. Все, охранник слишком... О, не охранник, этот уборщик молодой. Ему должно быть лет на 30 больше. Он должен быть бабкой. Чтобы было трудно. Я вам советую сменить охрану. Да, Юрий Евгеньевич, ваша охрана говно. Че ты, блядь, смотришь? А ну, блядь, ебало свое отвернул и охранников нормальных нанял. Вот это вот тоже, видишь, ебало аж сломалось от такого. Ну, идемте. Мне даже стало интересно, что этот незнакомец успел еще натворить. Мокрое дело, получено достижение. Да давай, заходи на кухню, они тебя за своего примут. Же этот, блядь, как глазый тоже. Там это, они любят таких нанимать в повара. Выкинь свою ебаную карту, идем нахуй. Да куда ты хватаешь? Не видишь? Еще не доделано. Ты в натуре. Много там еще? Это и все. Замечательно. Ебать, у них кухня говно, вы посмотрите, блять, она просто обосранная. Что, бараний вес? Давай. Я первый раз в жизни, надеюсь, последний, слышу такое ебанутое обращение. Пойду спасу тебя от рака. Чё у него голос такой гейский? Пойду спасу тебя от рака. Себя, блядь, спаси, старый мудак. Ты-то, блядь, куда на кухню заперся, ты мудила? Ну-ка. Ты чё за пиздобольство, блядь? Ну не бывает такого, нахуй. Даже в самых обоссанных клубах такого, блядь, не бывает. Вот это, блядь, я же говорю, Splinter Cell. Это Сэм Азиат Фишер. Что за говно? Блять. Спасу тебя от рака, да, стань рак. Да она же, блять, сырая, ты не видишь, ты мудак, она, блять, мягкая, она даже не жареная, походу, куда ты ее хватаешь? Она капнула ему на одежду, куда он, сука, корчится? И он голыми руками туда лезет, в смысле, блядь, я не понимаю это. Атаковать, атакуй его, блядь, пусть он сдохнет. Меня не видели. Где-то час назад Серега из охраны проходил, и все. Да не, полчаса, не более. Он что-то говорил? Он сказал, блядь. Нет, слава богу. Я буду скринить ее ебало, потому что она красивая. Да. Сегодня вторник живет. Разгрузочный день. Да, во вторник вообще никто не ходит. Кому ходить-то?
Стоять! Что? Ну, я подумаю насчет вот этого. Я ебать, они встали, как будто шаурму ждут нахуй. Ну и что тут у вас? А этот чувал мне всю кухню разнес. Да не я. Ага, я его полчаса по всему клубу выискивал. О, ищем еще труп. У меня на обоих телефонах стоит Канеки. Она, конечно, хороша, но... Да, именно он. Вот тут кто-то стоял. Это, блядь, кухня, нахуй, блядь, они там везде где-то стояли. Что это за высказывание? Это он ему всадил. Серёг! Можно оторвать руки оператору? Нихуя он дергается вместе с ними. Это Mortal Kombat, блять. Ладно, он не Брюс Ли, он этот, блять, Лю Кенг. Под этим столом он прятался. Да. А ты видишь, еще тут, блять, спрятаться можно? Ебать, сейчас он включит тоже этот навыки детектива. А оближи палец обязательно, оближи. И скажи. Нужно это масло. Тебя. Где они? Я не знаю. А что ты знаешь, Женя? Глазами хлопаешь, не видишь ни хера. Судя по всему, он не планировал идти через кухню. Нормально. А где у вас морозильная камера? Он не хотел поднимать шум раньше времени. Поэтому затер кровь и все. Да, парни, здесь. Там это... Я ищу. Где? В холодильнике? Ну-ка, блять, ну-ка, показывай нахуй, где она. Бля, у него рожа как у, блять, как у кого, сука? У кого? Как у хоббита, который в голума превратился. Вы куда? Вот когда он только начал, когда он только достал кольцо. И вот начал превращаться в голма, вот чисто его ебало. Ебать, у него, я только сейчас заметил, вот ублюдка, тайландская татуировка. И сейчас опять будет эта сцена, су, давайте все на пол, блять. Сейчас ружье, которое не стреляет дальше 5 метров, блядь, будет ебашить нам в окна, блядь, как снайперка. Тупые, блядь, нахуй овощи. А кто такой Максим? Тот, кто сейчас в холодильнике остывает. Охуенный ответ. Ну, остыл, наверное. Я думаю, да. Возвращаемся обратно.
Оттуда у него только один проход. Через склад. А можно армян вызвать? Нет? Ладно. На той фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя армяне. Дочь молодая и красивая девушка. Вокруг нее постоянно трется какая-то шваль. Сука. Я какую-то суку. Сходишь и проверишь скромно. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки? Я отвлеку эту суку. Надо еще вентилятор под жопу ставить, если ты не знал. Бля, это стол. Тут раз смотрели стену, там ничего нет. Что это за муха? Зачем? Уебать она, это... О, ух ты! Сегодня отец звонил. В следующий раз ты должен будешь взять с собой больше. Хорошо? Плохо. Подари мне вентилятор. Задонать там. Дайте. В смысле дайте? Это, блядь, твой, сука, кабинет. Ты сам не знаешь, что у тебя тут лежит, блядь? Тупой, блядь, лысый. Тут теперь я хозяйничает. Она уже несколько месяцев управляющая. Ей настолько похуй, что она уехала прям сегодня, блядь. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Вот когда перезвонит, тогда и спросим у нее про эти... Да ты видел там чисто дробовик, блядь? Юрий Евгеньевич. А там, блядь, до ближайшей точки, с которой может глядеть в это окно, она находится хуй знает где. Максимум, блядь, хватит стекло поцарапать. Шеф, а где ружьё? Пизде. Все на пол! Дальше, а то как? Ну типа смотри, там, блядь, хуй знает где ближайшее место стрельбы, блядь. Безопасная. Он где-то здесь. Ну, типа что это, блядь? Ну хуй знает. Закройте шторы. Я думаю, человек не курака, не куропатка. Держи дверь. Голубей. Голубей из токийского гуля. Вы видели, что это за патрон? Это чисто дробина. Алло, вы внимательно смотрели, блядь, когда в мужика вот его выстрелили, у него, блядь, эти осколки были по всей площади, блядь, тела. И он еще и отлетел, блядь, хуй знает куда. Кто это? Зачем это, я не понимаю. Мне тоже татуха на шее. А ты кто? А, ты этот мужик. Да ты не видишь, сиськи есть нормально. Меня только вот это вот смущает у нее на шее. Не, ну тянку-то понять можно, она же не знает, что он за не ружье. Будет стрелять. Он выжидает. Ты-то откуда знаешь, блядь, лысый? А вы к окну подойдите и проверьте. Он же не зря нас в этот офис завел. Ему нужно, чтобы я этот сейф открыл. Вот тогда он и явится. А что в сейфе? Похоже на сейф. Похоже на электрощиток. Дверь держи. А вы двое на подхвате. Будем ловить на живца. На хуйца.
Нет, то, что это была она, вроде было похоже. Вы же говорили, что его не знаете. Говорил. Преступникам заодно почему, не зачем? Непонятно, нихуя. Здорово тогда он в Таиланде свою смерть инсценировал. Это, блядь, Кольт нахуй из сверхъестественного, который убивает своим выстрелом любое существо. Кроме бога. А, день, ну блин, ну ладно. То есть вы считаете, что все эти трупы только из-за денег? Из-за Кольта, я же говорю, отвечаю это он. Нет, не только из-за денег. Еще из-за этого. Что, из-за ценных бумажек? Я видел вас, ожог. Драчок. Да, я вчера... У моей дочки полспины обожжено. И все вот из-за этого наркомана. А ведь я этого упыря даже на работу устроил. А он, сука, потом какой-то гадости нажрался и... Начал поджигать всех вокруг. Моей Янке горячим маслом полспины обжег. Как? Как это? Каким образом? Значит, вы давно поняли, что это он. Да понял. Просто не хотел, чтобы вы меня к этому делу подшили. Что это? То, из-за чего сегодня убивают. Охуительный ответ. Там еще есть. Нет, пиздим его. Он мудак. Ебашь его в лицо. С ноги. Чистим! Но выстрелил ей в плечо. Ой, блядь. Чего? Подожди. А, да, все нормально. 20 лет назад. Что это? Это наш таиландский азиат? Сейчас мы по татуировке узнаем, да? Нет? Ладно. Че это такое? Это Resident Evil этот. Какой, второй или третий, я не помню. Второй. Где мы играем за маленькую сучку и убегаем от маньяка-ублюдка. Можно студийный звук вернуть? Из-за какого-то тупого... Это был мой брат. Да выстрели ты в ебало, господи Иисусе. Еще в хуй ему стрельни, блядь. Ваша мамка перепутала. Кому яйца выдавать? Сейчас она тоже поднимет ствол. Да-да-да, она... Я отвечаю, смотрите. Да. Давай не надо еще фразу и еще один круг. Давай без этого. Просто сдохни, лысый гоблин. Да ну не умри, ну не надо. Это я умею. А, ты сдох, ладно. Это он, типа? Че, он ее трахнет? Бля, лучше бы он ее трахнул. Выглядело хотя бы не так бы кринжово, а хотя бы противно. Ух.
Ничего. 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 Я не могу. Давай ты. Она сердится. Я не буду. В смысле? Значит, ты... Все, прекращай. Ты хотела смотреть? Что это значит? Все хорошо. Он тебя не обидит. У нее суперсилы, отвечаю. Когда она сердится, все умирают. Все хорошо. Она нет. Да нахуй, не завали ебало. Кипайся, ебаная хуета. Давай. Я нихуя не понял, иди в пизду, закройся. Сейчас, подожди, тут еще 20, сука, сцен. Сейчас посмотрим, что будет, если ничего не выбирать, никакие ответы. Я надеюсь, ну, после второго прохождения там было написано, что игра позволит мне скипать сцены. Это сократит, блядь, дрочение на это говно. Смотри, ты ебёшь, блядь, смотри уже нахуй. Я и видел эту сцену, она идет нахуй, да, пропусти. Ни на чё не нажимаем, как говорится, смотрим. А, он выбирает оставить на месте, тогда нет. Он реально выбирает рандомный ответ. Почему не могу это скинуть? Ну, сука. Какие тут выборы сейчас будут? Что оно не дает мне скипнуть? А, оно дает мне скипнуть. Ах ты, сука. Посмотреть комнату, не рисковать и идти. Давайте осмотрим. Пускаем. Пропускаем. Почему, блядь, так, такая задержка? Почему сразу не все пропустить? А что мы с ним делали в тот раз? Мы его убили. Как мы его убили? Ладно, сейчас узнаем. Да, пропустить. Игра, дай выбор. Я хочу дальше. Сука. В тот раз мы спрятались, сейчас будем пытаться отвлекать. Отвлекай, блять, я же нажал на это говно, ты тварь. Она не внезапная, об этом стало известно еще хуй знает давно. В смысле, мне еще идет? Днем. Мне даже стало интересно. Что этот незнакомец успел еще натворить? Бля, меня напрягает. Почему нельзя было адекватный скип-сцен сделать? Так, сейчас у нас есть залупа, идем в обход. Иди в обход, блядь, я кликаю. Да куда ты хватаешь? Я не вижу, я отъебись от меня. А, бежим. Все, новые сцены, поехали. Меня не видели. В смысле, я не видел эту сцену? Один в один. И вот за весь час никто не прошел. Сегодня вторник же ведь. Разгрузочный день. В клубе полтора Рачёрный. Инвалида работают. Кому ходить-то? Идемте. Идемте. А в смысле, блядь? А вариант спрятаться означал, что он будет сидеть под этим столом, пока, блядь, нахуй мудак не уйдет? Серьезно?
Ебать, Человек-паук, вы посмотрите, ебать, нахуй. Куда ведет эта дверь? В офис. Он был здесь. Кто проходил через кухню? Никого здесь не было. А ты сам где был в течение часа? Да здесь и был, но вышел один раз покурить, и все. Он у вас тут как у себя дома гуляет. В натуре. Значит, у тебя тут посторонние ходят, а ты, блядь, ничего не заметил. Я заметил. Масло кто-то разлил. Ты что, издеваешься? Какое масло? Вот это из фритюрницы. Это ебаный охранник, который картошку поджирает, сука. Нормально ей в кожаных перчатках там ходить вообще? А с пола ты вытирал? Нет, только со стола. Идемте. Давай, оближи, нахуй. Чё? Доебался до этого масла. А там у вас что? Здесь склад. Дальше там офис. С офиса начнем. Начнем. Чё ты, бля, смотришь, лысый упырь? Что, блядь? Он просто проигнорил это. Получено достижение пацифи. Кого вы нашли в подсобке? Возвращаемся обратно. Оттуда у него только один проход. Через склад. Фотографии рядом с вашей дочерью стоит какой-то парень. Это кто? Моя дочь, молодая и красивая девушка. Это, блядь, такой ебанутый ответ, постоянно. Конечно. Подожди, я могу это скинуть? Трется какая-то шваль. Я отвлеку эту суку. Сходишь и проверишь скрупу. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки? Да, блин, эти как уже сцена, дай скипнуть. Сука. Какие конченые фотки, на самом деле. Я не вообще висят у него в офисе, блядь. Мне было бы стыдно на его месте. Молодой человек, ваш счет. Не, ну прическа у него, конечно, заебись. Давай на выход. Это чисто миниатюра сельское рыло и дракон.
когда поймали без пропуска на территории общаги. Ну, скипнуть это. Да дай скипнуть, игра. В клубе теперь явно хозяйничает. Уяйничает, дай скипнуть. Она у нас уже несколько месяцев управляющая. А скажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Она все равно трубки не берет. Дай скипну. Спасибо. Закройте шторы. Готов. Держи дверь. Бля, у меня, кстати, бухло кончается. Там виски прям на донышке осталось. Денег нет. О, смотри документы. Атаковали в тот раз. Сейчас нас отпиздят. Блин, мне так нравится, как у них глаза подведены, я тоже так хочу, я не умею. Сестра. Ну тогда привет передай. Бля. О, бля. Мой. Кто твой? Куда? Ты что, сучка, думала, что если он что-то с дочкой сделает, я его живым отпущу? Дядя, клюй! Давит, клюй! Кстати, после такого еще не умирают. Когда красиво было. Когда помогаешь семье воссоединиться... Он ее, блядь, перекрестил нахуй. На душе как-то теплее становится. Неси, помянем. Помянем, блядь. Бля, мужик, себя помяни, сейчас тебя отпиздят, уверен. Это конец? Подожди, это реально конец. То есть он не придет и не отпиздит. Отвратительная, самая конченная концовка. Еще более конченная, чем вторая. Получено достижение, она проиграла. Она просто поиграла в Сидж. Блять, в смысле 46? Ты издеваешься? Ебучая игра, нахуй. Сука, сколько там еще, блять, этих сцен должно быть, нахуй, просмотры. Да засунь ты в жопу свое решение, блять. Где, блять, еще выходы, эти решения мы какие-нибудь смотрели? Мне это бесит. И сейчас оно тоже откроет, блядь, три концовки, три сцены, блядь, за все прохождение этого говна. Я, блядь, нахуй. Ух, я, блядь, нахуй. Так, лежи, блядь, ёбаное тело. А у нас хихе кончилось, кстати. А то там же день Чинчена. И ангела. Да пропусти ты эту сцену тоже на говно. Это плохо. Дай пропустить сцену, спасибо. Что мы делаем? Уходим. Я, честно, уже запутался, какие сцены мы видели, какие покажете? Нет, блядь, потому что... И на. А? Может, покажете? Быстро, давай. Вообще, хотел бы еще раз посмотреть на Квити с армянами, но... Судьба. Так, мы осмотрели комнату или нет? Мы сейчас узнаем, наверное.
Нет, мы не осмотрели комнату, мы ушли. В тот раз мы прятались, по-моему, и дали ему поебалу. У нас была это... Ты втыкал таки волка. Или нет, подожди. Нет, он его не убивал. Хули, блин, подожди, я реально запутался. А мы сейчас что-нибудь придумаем. Че такое? Ничего, бля, забей, мужик. Вас окружают дилетанты, да. Они блин, такие. Меня бесит это вот такое выдрачивание пропущенных сцен, но какое-то конченое. Что тут нельзя нормально пропускать сцены, тут, блядь, как-то это ёбнуто сделано. Хотя вот это типа схеме. Идём в обход. В тот раз вроде по схеме шли при таких вариантах. Да куда ты хватит? Меня не видели. Где-то час назад Серега из охраны проходил, и все. А, я-то и не видел, серьезно? Я не видел да эту сцену. Нет, полчаса, не более. Он что-то говорил? Да в смысле, блядь? Кто-то у каморки со шваброй лампочку кокнул, сказал заменить, мы заменили. И вот за весь час никто не прошел, да? Да. Вторник же. Сегодня вторник. Разгрузочный день. Разгрузочный день. В клубе полтора инвалида работает. Кому ходить-то? Сейчас сдох. Спасибо. Охуительно, блядь. Просто вот ради, сука, того, что кто-то там уронил, блядь, швабру, мы смотрели заново эту сцену. Вот тут кто-то стоял. Ну нереально, понты чисто как у этой, блядь. У детектива из второй части «Святых из Бундока». Я тут там тоже не видел, да? Не, это последняя попытка найти непросмотренные сцены, а потом мы идем нахуй. Серёг! Хуёк! Держи его! Видал, как он пошатнулся, блядь, от муки в лицо? Он их запиздил. Оу. Ладно, эта сцена стоила того, забудьте. Чего так смешно? Ладно, такого я не ожидал. Это было нормально. Ладно, эта игра вызывает у меня эти желания продолжать искать сцены. Если они все будут такими веселыми, я не против тогда. Этот охуенный, этот, блядь, 180 рандхаус кик, блядь, от русского охранника Сереги. Это было хорошо. И мы не будем искать тела. Я заебался скипать сцены. Где они? Жопи. Я не знаю. А что ты знаешь, Женя? А что ты знаешь, Женя? Ты не видишь ни хера. Ни хера не видишь. Глазами хлопаешь. Уж Женя, мудак. А где у вас морозильная камера? Я видел это, блядь, какого хуя? Это мы тоже видели. Все, спасибо. Да, я это видел, спасибо, что даешь пропустить мне эту игру. А кто такой Максим? Кто такой Максим?
Да шваль какая-то, она постоянно трется. Так то сейчас в холодильнике. Да сцену пропустить. Ну, спасибо. Спасибо. Мне постоянно трется какая-то шваль. Да шваль вот трется, можно? Какую-то суку. Сходишь и проверишь схрон. А вы обо всех ее поклонниках сохраняете газетные вырезки? А где, кстати, еще выбор? Там был выбор затян. Пол или стена, блядь. Теперь, блядь, хуй в рот. Тут все смотрели. Давай стену еще раз А в клубе ладно, теперь не, явно хозяйничает. Я не буду больше. Я не буду еще раз смотреть эти блядские сцены. Несколько месяцев управляющая. А скажите-ка мне номер телефона. Не вижу смысла. Да ты тупой, блядь. Ты вообще дальше своего ебала не видишь, чем я. Тупое гоблинское ебало. Да дай пропустить сцену, сука. Ну дай. Закройте шторы. Да не надо. Закройте эту сцену. Хочу следующую. Держи дверь. Бля, как вспомни свой ожог, блядь, на правую. Давай, такой, может, чтобы он сдох, а то мне... Чистим! Чистим. Чисто. Чисто, блядь, нахуй. Да заебёшь, блядь. Давай уже, ебани. Сколько мы новых сцен увидели? Две, блядь? Да давай, я не буду слушать это говно. Выключись, блядь, нахуй. Уебанами мы станем. Давай, блядь. Ёбаное говно. Ты только что сказала, что мы станем огромными уебанами. Давай, блядь, иди нахуй. Не, серьезно, 48 сцен, блядь, мы просмотрели 2, блядь, сцены за целое это говно. Мне реально нет желания досматривать еще 14, блядь, сцен, которые, блядь... Я не знаю, как эти ебаные 14 сцен вообще можно получить, нахуй. Еще что тут, блядь, делать надо? Не, в пизду. Я это. Может, все-таки есть что-нибудь в настройках, что позволит мне нету. И нахуй. В пизду. Все, конец. Хватит. Я если еще раз услышу эти блядские хуевины, я отъеду. Поэтому да. Охуительная игра. Я ожидал, что будет намного хуже, но она в целом довольно неплоха. Ну, почти неплоха. Ну, сойдет. Вот. Так что да. Спасибо всем, кто смотрит это на Ютубе, спасибо всем, кто в стриме. Там, кстати, суперседусер еще у нас второй где-то есть, еще миллион игр когда-нибудь надо будет пройти. Еще там платину надо Сиджи взять, и что-то там еще, короче, да. Поэтому подписывайтесь на канал, приходите на стримы, ставьте лайки. И... Всем спасибо, всем пока.